Глеб Семенов, номер 18 для СМС-голосования. Последний наш финалист, Райан Хуан, личность разносторонняя. Он любит математику и языки. В свои 11 лет уже принят в университет Джона Хопкинса, а также является членом Mensa International, ассоциации для людей с высоким коэффициентом интеллекта. В свободное время Райан играет в шахматы, хоккей и бейсбол. И при этом участвует во множестве музыкальных конкурсов. У Райана более 100 дипломов и наград со всех континентов. Но самое удивительное, что помимо фортепиано, Райан еще играет на скрипке. Вот был бы номер, вышел в финал как пианист, но передумал и примкнул к струнникам. Это как-нибудь в другой раз. «Щелкунчик» — конкурс, где программу молодые музыканты готовят заранее, а порядок выступлений определяет жеребьевка. Поэтому не удивляйтесь, что программы на финал у Глеба Семенова и Райана Хуана совпали. И сейчас мы снова услышим третью часть первого концерта для фортепиано с оркестром Феликса Мендельсона. Райан Хуан, Соединенные Штаты Америки, Канада. Номер 19 для ваших СМС.